Хе-хе-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в наше новое видео, новую рубрику, называйте как хотите. Но это такая небольшая фигнюшенька, где мы будем рассматривать какие-то офигенные вещи, моды и все другое с Майнкрафта. В этом видео я хотел бы вам показать одну классную фигню. Конечно, вы ее не сможете использовать на серверах, но в одиночном режиме, в каких-то сборочках, мне кажется, это будет даже очень круто. Или вместе со своим другом, когда вы будете играть по сети, вы сможете его удивить. И что мы будем делать сейчас? Ребята, я хочу вам показать, как спрятать сундук в любой блок в Майнкрафте с помощью только одной команды. Смотрите, что нам нужно. Давайте подготовим. Нам нужно взять редстоун блок. Блок. Давайте возьмем, допустим, TNT. Спрячем сундучок в TNT. Это, мне кажется, даже круто. TNT, сундук. Даже звучит странно. Дальше, берем блок. И зачем мы берем еще один дополнительный блок? Нужно сделать вот такую фигнюшечку. Букву, можно сказать, букву S. Сделали, да? Все, мы молодцы, мы это сделали, можно заканчивать видео. Но все же нет. Дальше. Ставим, допустим, TNT. TNT это наш будущий сундучок. Выдаем себе команду. Командный блок. Как это делается? Смотрите. Вот какая команда. Give собачка P. Небольшая, а именно маленькая, потому что многие могут запутаться. Minecraft. Так. И com. И дальше клацаем tab. И командный блок. Нам выдается командный блок. Именно нужно писать вот так. Потому что если вы напишете свое имя, может быть какая-то проблемка. Это работает на версии 1.8 и плюс. Смотрите. Мы ставим вот этот блок на наш блок, будущий сундучок. Именно, хочу вам сказать, именно, что нам нужно, нужно иметь вокруг овечек, которые ходят и караулят, чтобы никто не подкрался. Нет, ну конечно не овечек, а нам нужно иметь вокруг блока, то есть вокруг нашего будущего сундука, нужно иметь вот такую букву С. Зачем, я вам чуть позже объясню. Ставим командный блок на наш будущий сундучок и пишем туда вот эту команду. Команда есть в описании. Просто скопируйте, вставьте ее в командный блок, гуляйте. В смысле, гуляйте в своем мире Майнкрафта. Мы также сможем переименовать название нашего сундука. Вот тут, где пишет имя. Мы можем написать любое имя. Там самый крутой сундучок. Именно сундучок. Сундучок. Все, написали, нажимаем хорошо. Самый крутой сундучок. Это пока что еще не работает. Поэтому мы взяли блок редстоуна. Ставим его стороны. Опа. И вы видите, что объект присумоненный. Все. Сейчас удаляем вот это, удаляем вот это. И можно спрятать вот это. Допустим, вот так спрятать, да, тут можно, я не знаю, даже какой-то дом себе построить. Или, например, дома себе вот такое сделать, да, вот, например, тут у нас дом, тут у нас будут двери. Вот так, там у нас потолок будет, тут у нас стекло будет, тут у нас двери будут, и все, вот этот наш дом. А тут спрятанный сундучок. Опа! Нажимаем самый крутой сундучок, который спрятанный у нас в TNT. Это действительно, ребята, очень круто. И, в принципе, никто даже не догадается, что тут сундучок. Если вы, например, будете играть, вы собираетесь со своими друзьями в сети, даете себе командный блок и делаете. Если вы, например, там какие-то игры со своими друзьями, да, может, вы там делитесь на 2-3 команды и потом делаете сражения, ищите дома своих друзей, и гриферите их, что угодно. И, в принципе, посмотрите, если у вас есть, конечно, права, чтобы присумонить себе сундучок. Почему нужно строить букву S вокруг того предмета, где мы будем сумонить сундучок? Потому что, смотрите, потому что внутрь этого сундука сумонится Майнкрафт, сумонится вагонетка с сундучком. Вот видите, ее можно заметить. То есть, если у вас вот так находится вокруг, вот видите, уже нельзя, потому что нужно сначала делать. И вы можете просто-напросто ее вот так взять и вытолкать, и все. И сундучок уже вот тут, а не вот тут. Поэтому перед тем, как спавнить какой-то блок, вот видите, вот смотрите, выпадает вагонетка с именем «Самый крутой сундучок». Допустим, давайте, знаете, что возьмем? Давайте возьмем
верстак. Это вообще странно будет. Берем верстак. Спрячем сундук в верстаке. Ребят, берем верстак. Ставим сюда. Вот, ставим вот так, шифтом, потому что это не ставится. Пишем команду. И пишем, это верстак, не сундук. Это не сундук, а верстак. Вот так. Пишем, точнее ставим вот это, и все. Вот видите, тут видна вагонетка. И она упала вниз. Если вот этой буквы С не будет, то будет видна вагонетка по краям. А если вы вот так спрячете, то все. Обычный сундучок, который у нас почему-то не работает. Я, наверное, что-то не так сделал. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ага, она почему-то выпала. Я не имею понятия. А, вот почему она выпала. Ага, вот, смотрите. Ставим еще раз. Вот так, вот так. Верстак. Это верстак, не сундук. Дополнительная защита от грифера. Может, какой-то тупой грифер придет. Опа, спрятанный сундук, а потом... Это не сундук, это верстак, а тут куча вещей. Но все же это верстак, это не сундук. И пойдет себе. Поэтому вот. И вот, вот, ребята, видите, мы спрятали сундук в верстаке. Это полезная команда, я о ней узнал. Если честно, мне она даже пригодится. Я, может, потом буду устраивать какие-то, не знаю, сходки подписчиков, игра на сервере без каких-то правил, просто собираемся в команды и потом рубасим друг друга, грифеим без приватов, без модов, просто-напросто делимся на команды, потом ищем дома других игроков, грифеим, убиваем, и, в принципе, это будет какой-то хаосный сервер. У меня есть уже давно такая идея, мне кажется, она будет крутая. И это действительно круто. Это круто, ребята. Потом может кто-то против меня сделать. Потому что, еще раз говорю, там правил не будет. Можно будет какие-то определенные команды вводить. И смотрите, что еще можно. Конечно, можно спрятать, допустим, сундучок в стекле. Но как это будет выглядеть? Вот, смотрите, вот так суммоним. Вот видите, суммонится сундучок в стекле. Это даже прикольно, потому что как я это сделал? Как я засунул в стекло вагонетку с сундуком? Это прямо, знаете, как делают такие большие корабли в каких-то таких маленьких бутылочках. И просто как они туда это запихивают, так и я сюда запихнул. И вот, ребята, вот так у нас получилось. Мы можем тоже вот это открыть, и тут у нас будет сундучок. Команда на вот эту замечательную, я не знаю, как это назвать, ну, фишку. Давайте еще сначала день включим, потому что сейчас уже ночь будет, а нужно закончить видео днем. Ребята, если вы хотите больше таких познавательных видео, или просто-напросто хотите больше видео, потому что я стараюсь делать как можно больше видео в один день. То есть видите, что стабильно выходит 2 видео в один день. Это не считая то, что меня полдня дома нету, но все же я прихожу, потом еще ложусь спать и просыпаюсь там, может, 10 часов вечера, я... Полночь иду еще, пилю вам 2 видео, потом монтирую, выкладываю, засыпаю в 4 часа ночи и встаю в 7 часов утра. И это действительно, ребята, так. Поэтому те, кто мне пишут, Эдисон, пили видео, и т.д., и так далее, я им пишу, ребят, я, может, устал, то они пишут, а, ну да, конечно, ты устал монтировать видео, это очень сильно устаешь. Мне, честно, плевать на мнение таких людей, я делаю это для себя, я делаю это для своих любимых подписчиков. Кому не нравится, хейтеры есть везде. А своих любимых подписчиков, ребята, ставьте лайки, набираем 500 лайков, выходит какой-то, не 500, даже 200, специально для вас сделаю скидочку. Для тех, кто сейчас подумал, что я какой-то там продажный, ребята, я еще раз повторяю тем, что с лайков я не получаю ни копеечки. Не верьте тем, кто говорит, что вот, просят, выпрашивают лайки, потому что они на этом бабло рубят. Лайков нам не дается ни копеечка, прям ни чуть-чуть. Что делают лайки? Повторю, точнее скажу для тех, кто думает, что прям ютуберы миллионы зарабатывают на этих лайках. Лайки тебе ни хрена не дают. Все, что они делают, это выдвигают твое видео в топ и дают ютуберу отдельную мотивацию. Потому что если я вижу, что там дофига лайков, у меня прям руки тянутся делать какое-то новое видео, чтобы порадовать вас, потому что вы порадовали меня своими лайками. Оставляйте свои комментарии, я читаю каждый, прям вот смотрите, вот комментарии, я читаю каждый из них и также стараюсь ответить на каждый из них. Мне не кажется, что сейчас много есть ютуберов, которые читают каждый комментарий и пытаются на них ответить. Может, 100 ютуберов, 10 такое делают. Поэтому, ребята, я стараюсь специально для вас. Можете
писать, что другие там отвечают, но я вижу, как другие отвечают, они пилят видео, идут гулять, и все, им плевать на мнение подписчиков, на мнение всех остальных. А я прислушиваюсь к вашему мнению, к вашей критике и пытаюсь сделать себя лучше с вашей помощью. Ребята, вступайте в нашу банду крутых персов, все, что от вас требуется, просто на меня подписаться, я буду очень этому рад. Пишите в комментариях свои идеи, вступайте в группу ВКонтакте, и, в принципе, ребята, просто-напросто вступайте в нашу большую дружную семью. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.